Так, я капитан команды. Значит, я первый бью по кнопке. Ну все, начинаем испытание. Ну, неплохо, неплохо. Стой. Что? Ты не будешь бить. Почему? Ты и так очень сильный, поэтому я вам дам 1 балл за вашу команду. Ладно. А Кап будет бить? Нет, поэтому я вам дам еще 1 балл за вашу команду. Итак, у нас всего 61 балл в пользу Эпик. А теперь очередь команды «Друзья». Что здесь произошло? Ну и что теперь ты скажешь? Отстань, коричневая тварь. А? Спасибо за комплимент. Что сейчас было? Посмотри назад и узнаешь. А? Так, ты ничего не видел. Итак, теперь очередь команды «Друзья». А ты мне просто так дал руки, или ради этого испытания? Просто так. О. 2 hours later. Итак, у команды «Друзья» всего 60 баллов. В итоге команда «Эпик» победила. Гад! Что? Ты можешь вернуть мой кусок? Да. О, спасибо! Фред! Уже 15 минут прошло, где ужин? Сейчас, сейчас. Алло, это доставка? Итак, объекты, я вам приготовил... А точнее заказал бургеры. Наслаждайтесь. Эй, а можно что-нибудь сладкого?
Фред. Что, Тузи? А что ты делаешь? Ничего. Окей. Все готово. Можешь идти ко мне. Хорошо. Внимание всем объектам. Я ухожу из СЗМ на долгое время. Я вам оставлю еды и всякой ерунды. Вот вам бумага, маркеры, ну и прочие журналы. Всем пока! Можешь идти. Вот и закончился третий эпизод СЗМ. Голосуйте в моем телеграм-канале за того объекта, которого не хотите видеть в следующем эпизоде. Из команды «Друзья». Всем удачи и пока!